Трехдневный рок-фестиваль «Чайка» смело бросил вызов музыкальной программе Международного платоновского фестиваля искусств и проходил параллельно с ним на красивой природной площадке у водохранилища, неподалеку от санатория Горького. Массовостью посещений в каждый из фестивальных дней рок-музыканты и их яростные поклонники превзошли платоновцев и приоткрыли завесу своей популярности, в основе которой интерактивное общение исполнителей и зрителей, когда энергетика одних передается вживую другим, и это доставляет наслаждение всем участникам концертного шоу. Если мне хватило сил сказать, ты мой улом, ты моя панацея, тебе надо что лишается. Татьяна из Твери оказалась давней поклонницей группы «Ла Скала», как и других известных коллективов, которые позволяют ей во время фестивальных выступлений попасть на сцену и зажечь публику и своих любимых артистов неповторимой энергетикой. Девочка учится в музыкальной школе по классу вокала и играет на фортепиано. А с 5 лет ее творческим увлечением стала рок-музыка. И, возможно, именно это неформальное искусство тысяч бунтарей станет смыслом ее профессиональной жизни. А в России появится новая рок-звезда. Самая молодая и самая политизированная панк-группа в России с неоригинальным названием «Порнофильмы» отличается не только колючими текстами и ироничными подколками, но для них каждое выступление – это словно последнее общение с аудиторией, полнейшая самоотдача, энергетический взрыв и погружение в безумство толпы. Сирии.
завершился рок-фестиваль «Чайка» выступлением московской рок-группы «Луна» с женским вокалом Лусине Геворкян. Она собрала максимальную зрительскую аудиторию в этот день, а композицию «Сделай громче» исполняла вместе с друзьями из групп «Ла Скала», порнофильмы и актрисой Воронежского театра равных. Еще шире! Молодцы! Ну что?